Друзья, всех приветствуем, Чайный на связи, и сегодня наконец-то долгожданный обзор чайников, а и сегодня у нас в объективе сразу два чайника формы Сиши, один светло-коричневый, другой темно-коричневый. Обратите внимание на глину, оба на 210 миллилитров, такие вот аккуратные чайники. Сразу показываю оба, потому что они практически идентичны. То есть какие-то микроразличия есть все-таки. Это так или иначе, каждый чайник делается отдельно, с небольшими изменениями, но вот вместе я их потом покажу, они практически одинаковые. Все идеально сделано, крышка без люфта. Внутри у каждого клетка, сейчас покажу, как сливают. Начнем по порядку сначала. Оранжевый, мы сейчас вот так сделаем, даже лучше. Мы сейчас сразу нальем в оба и по очереди сольем. Не буду наливать полный объем. Аккуратная тонкая струя. Ничего не подтекает. Отлично льет. Отличные чайники классической формы. Вот тоже многие спрашивали, когда будут классические формы. Вот они есть. Пожалуйста, по дополнительным фото, если необходимо, пишите. Пришлю. Все уже на сайте. Чайный на связи. Всем хорошего дня.